Это уже большая европейская, и война. Мы себе противоречим в том плане, что вот надо, все правильно говорим, но тогда нужно, чтобы были мощные силы у Донецкой Народной Республики и Луганской. Иначе идет уничтожение населения. Вы понимаете, сценарий какой? Если Москва не вступит в войну, видя уничтожение русских в Донбассе, то им помогут Украине добить русских, выдавить. Сожженная земля там будет. Все, как Горловка. Ничего не останется. Котлован, как аэропорт в Донецке. А потом подойдут к Ростовскому.